Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна FM». Ведущая Александра Хайруллина. Друзья, здравствуйте, добрый день. Всем, кто слушает и смотрит первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в FM-диапазоне, телерадиоканал «Страна FM». Пламенный вам привет, меня зовут Александра Хайруллина. Это программа «Лучшая в стране». В традиционное время выходим в прямой эфир. И мне очень нравится, что уже доброй традицией стала, конечно, наша помощь в подборе жилья наших дорогих зрителей и слушателей. У нас сегодня в гостях представители одной из лучших строительных компаний в нашей стране, ФСК-лидер. И поговорим мы с вами о потрясающем технологическом комплексе, об АБ-квартале Сколковский. Конечно, я здесь одна не справлюсь, мне нужны люди, которые знают об этом АБ-квартале гораздо больше, чем я. Руководитель проекта АБ-квартал Сколковский Руслан Ералиев. Друзья, встречайте, и персональный менеджер Андрей Морозов. Добрый день, ребят. Здравствуйте. Спасибо вам большое за то, что вы пришли, потому что проект «АБ-квартал Сколковский», ну, невероятно интересный, то, что мне удалось узнать, прочитать, и, конечно, нужны подробности от вас. Я думаю, что наши зрители и слушатели тоже с удовольствием выслушают, ну, и примут для себя решение. Может быть, действительно, это то самое место, где всегда хотелось жить, и где теперь появилась возможность, конечно, заселить свою семью. Но сначала я хочу спросить, Руслан, наверное, у тебя узнаем, в чем вообще особенности АБ-кварталов компании ФСК-лидер. Добрый день, дорогие зрители. Действительно, периодически возникает вопрос, что же такое АБ-квартал? АБ-квартал — это жилье повышенного уровня, комфорт-класса плюс, который включает в себя непосредственно те элементы жилья, для которыми можно воспользоваться и получить на рынке. В первую очередь, это транспортная доступность. Наш АБ-квартал расположен всего в 4 километрах от МКАД. Вот. Также без проблем вы можете добраться до наших объектов как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле. Вот. Соответственно, это охраняемая огороженная территория, полностью въезд по смарт-картам, это подземные, наземные парковки, это замечательные детские площадки, которые расположены у нас практически в каждом дворе между домами. Это исключительно только монолитное строительство. Все мы знаем, что монолитные дома отличаются от других панельных, скажем так, это шумоизоляция, теплостойкость. Монолитные дома стоят у нас по 150-200 лет минимум. Вот. Ну и, соответственно, также у нас есть еще отличительная черта от других таких же похожих объектов, скажем так, на рынке. Это АБ-365 сервис. Неужели есть вообще похожие объекты? Я вот, вы знаете, говоря, я не встречал. Сомневаюсь. Я не встречал, вот. Но что такое АБ-365? Это наша изюминка, скажем так, задержались на работе, захотели воспользоваться какими-то еще дополнительными услугами, но нету времени у вас, без проблем, можете заказать билеты в кино, выгул собак, забрать, привезти ребенка с детского садика, с школы, уборка квартиры. Даже так, да. Так, а поход в магазин за продуктами? Также у нас предусмотрены различные и продуктовые магазины внутри жилого комплекса. Можно без проблем воспользоваться. Нет, я имею и такой в виду отправить кого-то. Вот. Конечно, раз... проблем нет. Да, один звонок, и продукты будут дома уже через 15-20 минут. Да, как называется эта услуга еще раз? АБ-365 сервис, а услуги уже там в полном списке у нас представлены. Можно это какой-то номер, я так понимаю, наверное, по телефону. Конечно, внутренне всегда можно позвонить, обратиться, и в самые крайние сроки к вам подойдет наш лучший специалист. Ну, так можно совсем, конечно, облениться все из собаки. По поводу АБ-365 хочу добавить. В этом году мне жители подходили, говорили, что в этом году они переобували машину на зимнюю резину. Так же на монтаж на колесах. Приезжает прямо во двор к себе, машину перебивает. Даже ехать никуда не надо. То есть вы, не выходя за территорию жилого комплекса, можете получить все самое необходимое для комфортной жизни, что вам нужно, скажем так. Так, хорошо. Еще какие плюсы есть у АБ-квартала для комфортного жилья? Также, если рассмотреть наши АБ-кварталы, несмотря на то, что они находятся всего в 4 километрах от МКАД, мы выбираем именно самые лучшие локации Московской области. То есть мы строим как и на Западе, у нас есть проект и на Юге, да, есть проект и на Севере АБ-квартал. То есть если вы зайдете на наш официальный сайт компании ФСК-лидер в раздел «Наши проекты», то есть вы можете выбрать любой
любой апквартал, который вам больше понравится по локации. Вот Руслан, он же говорит, что заходите, ищите апквартал Сколковский. Это нужно в первую очередь. Потому что я согласна, там все апквартал действительно замечательный. Но сегодня мы про Сколковский говорим, потому что он уникален по-своему, это 100%. Сегодня, даже если кто-то сомневается, мы эти сомнения, конечно, развеем с вами. Я уже знаю точно, что апквартал Эскалейзер — это такие очень семейные, хорошие комплексы, очень удобные именно для семейного проживания. Сейчас, конечно, попрошу вас рассказать конкретно о удобствах и комфорта для семейного проживания в апквартале Сколковский. Вот по поводу эгоистов, сказать по поводу эгоистов и семенинов, у нас есть квартира на любой вкус. То есть для всех, и как студийные квартиры от 25 метров для какого-нибудь молодого студента, который квартиру купили родители, так и для трехкомнатной квартиры размером 93 квадратных метра, это уже для семей с двумя-тремя детьми. То есть у нас есть квартиры на любой вкус. И также по готовности, то есть молодые, как правило, они сейчас, ну, такая тенденция пошла, они берут более, вкладываются в новостройку с котлована, так скажем, и берут ипотеку, стараются по максимуму досрочно гасить, а потом уже заезжать и делать ремонт на оставшуюся сумму. А для детей, для семейных, так скажем, с детьми пар, у нас уже они ориентированы больше на готовое жилье. Кто-то там продает однокомнатную квартиру, расширяется, кто-то берет ипотеку, копит первый взнос, и уже хотят более готовое, желательно с отделкой, чтобы просто купить мебель и уже пользоваться всей нашей инфраструктурой в комплексе. Что касается все-таки инфраструктуры для семейного проживания там, вот здесь, Андрей, расскажи нам, пожалуйста, поподробнее. Ну, на территории комплекса у нас предусмотрено 2 детских сада. Ну, конечно, молодцы. Одна большая школа на 1350 мест с технологическим уклоном, что касаемо самостоятельного. То есть там уже такие вот ученые. Да, то есть у нас уже состав будет набран именно с таким вот технологическим уклоном в сторону вот именно Сколково центра. 2 детских сада. Также у нас предусмотрены различные детские площадки, как говорили ранее, для активного отдыха. Первая, кстати говоря, в нашем комплексе первая велодорожка Сигвеев протяженностью 3 километра. Можно прям не выходя. Это внутри комплекса? По всему периметру жилого комплекса, конечно. Учитывая еще такое в последнее время прям повальное увлечение, если еще, велосипедами. Если еще отметить, что у нас есть как и детские площадки, то так у нас есть и площадки для взрослых. Это воркаут, да, то есть там есть у нас тренажеры, когда любой взрослый может выйти на улицу, в принципе, ими воспользоваться. Если дополнить еще к сказанному Андрею, что у нас квартирография достаточно широкая, от квартир-студии до, скажем, двухуровневых квартир. Вот. Также у нас, если рассмотреть именно сами квартиры, у нас несущих конструкций внутри квартир нету. То есть также у нас семьи достаточно молодые, креативные. То есть вы можете сделать перепланировку квартир, как вам больше понравится. Да? То есть у нас можно и посмотреть дизайнерские варианты. Мы также предлагаем в офисе продаж уже готовых квартир. Вот, ну, скажем так, все достаточно современно. Если мы хотим переехать в самые крайние сроки, никаких проблем не составляет приобрести квартиру в готовом доме уже с ремонтом. Проходит сделка, пожалуйста, Добро пожаловать! Да, в самые крайние сроки можете заселиться. Да, да. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Программа Александра Хайрулина. Программа продолжается, друзья. А сегодня мы с вами узнаем очень много интересного об апквартале Сколковский от ФСК-лидер. У меня сегодня как раз в гостях в программе «Лучшая в стране» представитель одной из лучших строительных компаний в нашей стране. Компания ФСК-лидер — это руководитель проекта «Апквартал Сколковский» Руслан Яралиев и персональный менеджер Андрей Морозов. Мы уже достаточно много узнали, но еще не все. И поэтому свой вопрос, наверное, адресую я Андрею. Будет он следующего содержания. Андрей, что касается внешней инфраструктуры, потому что это тоже очень важно, я знаю, для потенциальных покупателей, клиентов, которые подыскивают себе как раз жилье. Что мы можем обнаружить неподалеку от апквартала Сколковский? Ну, получается, комплекс находится на некой линии разграничения между жилым массивом Трехгорка и Подушкинским лесопарком. То есть, получается, инфраструктура вся уже готова, есть развитая по соседству, в том числе в перспективе уже и своя инфраструктура у нас открывается. Комплекс полностью обеспечивает себя сам, своя котельная, свой заборный узел. Относимся мы к городу Одинцово, улица у нас Сколковская. Получается,
Но не доезжаем Одинцово, то есть сам вот 2 километра вот именно до Одинцова мы не доезжаем. А всех своих клиентов мы больше, конечно, ориентируем на Москву, потому что все-таки и работа в Москве, все в Москве, семья может быть часть какая-то в Москве. Ну, либо в Сколково, в инновационном центре. Поэтому ориентир у нас больше на Москву, там торговые центры все, торговый центр «Вегас» недавно у нас открылся. Плюс ко всему, транспортная доступность у нас ориентирована больше на Москву. Это в шаговой доступности платформа «Трехгорка», это 15 минут ходьбы от нашего комплекса, 750 метров. Маршрутки, автобусы, городские автобусы, именно Мосгортрансовские автобусы ездят к нам. То есть все социальные карты, карта «Тройка», то есть все подходит полностью к нам. Также. Ну, что касается это магазинов продуктовых, тоже очень важно. По соседству, получается, рядом с нами есть ряд магазинов, более 5 супермаркетов, как и крупных гипермаркетов, как и мини-маркетов. На любой кошелек, что называется. Самый дальний магазин продуктовый у нас находится максимум в 7 минутах ходьбы. А так в среднем это 3-3,5 минуты. Но если, например, даже мы, скажем так, устали от Москвы и хотим все-таки добраться до какого-нибудь кафе, ресторанчика рядом, вблизи, то есть действительно 2 минуты езды, один поворот, один светофор, я бы даже сказал, до Одинцова, там множество известных ресторанов. Да, но и те же самые кинотеатры, которые, кинотеатры, конечно, фитнес-центры, очень любят дети. Все полностью обустроено, уже функционирует. Это не считая той инфраструктуры, которая у нас есть в Трехгорке. То есть альтернативы множество. Так, хорошо. А сколько километров до Сколково от вас? Полтора максимум километра на машине. Так, получается, находимся вообще в 2 километрах от МКАДа. Хотел, кстати, пока пользуюсь случаем, позвать наших уже потенциальных клиентов на просмотр наших квартир. С отделкой шоу-рум можем показать, как эта квартира выглядит с отделкой. Находимся мы в 2 километрах от МКАД по Можайскому шоссе. Ориентир. Офис продаж в Сколковской навигаторе. Я знаю, что у компании «Фисколидер», как правило, шоурумы все тоже очень-очень роскошные, просто вот другого слова не подобрать. Да, это действительно. Ваш шоурум да. тоже хорош? Это так и есть. Если мы тоже делаем на это, кстати, акцент, когда к нам приезжают наши клиенты, рассматривают покупку квартиры, мы стараемся показать каждому клиенту наши шоурумы. У нас представлены они во всех стилях отделки. Вот, и, в принципе, после чего у нас и люди уже готовы приобретать квартиры именно с отделкой, потому что эта отделка у нас очень высокого уровня, очень хорошего качества, если сравнивать с отделкой на рынке. То есть претензий практически нет. Вот. И если еще также мы рассматриваем квартиру с отделкой, мы можем ее включить уже в ипотеку, если рассматриваем такой вариант оплаты. Ну, конечно, такие варианты будут рассматривать, это 100%, без этого никуда не деться. А сейчас хочется очень узнать, друзья, про квартиры. Какие они в квартале Сколковский? А про отделку этот вопрос тоже. Насколько велик выбор, есть ли из чего выбирать? Кто занимался проектированием? Были ли дизайнеры у вас задействованы? Ну, в общем, и так далее, и тому подобное. Ну, по квартирам, что можно сказать, квартиры у нас есть различных вариаций, как студийных, как и трехкомнатных. Ну, допустим, если студийный, то метраж начинается от 25 метров до 32. А однокомнатный тоже малометражный есть от 32 метров до 45 метров однокомнатная квартира. Также и двухкомнатная квартира есть у нас различные вариации. Это 47 квадратных метров до 72 квадратных метров. А вот, кстати, у вас есть информация, какие сейчас квартиры наибольшей популярностью пользуются? Ну, если рассматривать именно в разрезе реализации квартир, то сейчас у нас практически вровень идут однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Угу. Андрей, продолжайте, пожалуйста. Ну, получается, по поводу отделки, да, вы у меня задали вопрос. Есть тоже различные вариации отделки, 6 стилей. Клиент выбирает любой. Достаточно, в общем-то. То есть клиент выбирает любой по своему вкусу. На ценник это абсолютно никак не влияет. То есть вот 6 стилей, материалы качественные, очень качественные материалы, но различные как бы цветовой гаммы. Поэтому клиент выбирает уже по цвету и вкусу себе на отделку. Что касается именно планировок, вот Руслан сказал уже ранее, то, что несущих стен очень мало. Некоторые наши покупатели делают из-за... Есть где размахнуться, фантазии. Умудряется ухитриться, взять, допустим, однокомнатную большую, крупногабаритную, 45 квадратных метров, и сделать там даже евродушку некую. Угу. Совместить себе как бы 2 комнаты, может быть, даже закрыть где-то комнату, и сделать двушку полноценную. Но для этого случая мы придумали новую как бы концепцию, именно малометражная, двухкомнатная при этом, 47 квадратов, но полезность площади там
достаточно большая, то есть там 11 метров кухня, 16 метров комната и 11-12 метров другие комнаты. То есть двушка хорошая, вполне не будет как бы казаться, что в тесноте в какой-то. Поэтому различные вариации планировок абсолютно, то есть на любой вкус. А что касается стилей, есть ли какая-то информация тоже о наиболее, может быть, востребованных среди покупателей, среди клиентов? Ну, если рассматривать... Руслан, ну вот и вот ты себе взял в жилье, в каком стиле? На самом деле, я хотел купить квартиру с отделкой, вот, и после того, как я приобрел квартиру себе, у нас спустя месяца два как раз-таки вышли в реализацию уже квартиры с ремонтом. Не успел. Слегка, да, поторопился, может быть. Вот, но если посмотреть, на самом деле, те квартиры, которые у нас продаются, здесь скорее мы отталкиваемся, если это молодые семьи, то они хотят больше у нас, скажем, светлых тонах, что-то современное, да, вот насколько мы можем представить, у нас практически они все идут такого плана. Mm-hmm. Если рассматриваем, скажем, более возрастную категорию людей, то это классика. То есть они заходят в квартиру и сразу же говорят, что это... наша квартира. Это то, что мы ищем. Да. Ну, вот тут, скажем так, и почему 6? Потому что стараемся уже конкретно дать клиенту выбрать квартиру, показать все стили отделки, и та, которая ему понравится больше всего, он сможет на ней остановиться. Ну да, и только уж для самых-самых таких капризных легко можно предложить, конечно, без ремонта, без конечно, отделки, да, конечно, пожалуйста, конечно. За хозяин-барин. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна FM». Ведущая Александра Хайрулина. Продолжается программа. Мы с вами продолжаем общаться с нашими гостями, узнавать подробности об квартале Сколковской от компании «ФСК Лидер». Друзья, ну понятно уже всем, что соседствует квартал Сколковский с инновационным центром Сколково. Там очень много технологий, таких уникальных моментов, которых больше нет в других кварталах подобных. Хотя мы уже выяснили сегодня, что подобных-то, собственно, и нет. Он просто один такой на всю страну, квартал Сколковский. Хочется, конечно, подойти к самому, наверное, волнительному, такому волнующему моменту для всех, кто особенно занимается поиском жилья, это цены. Потому что рассказываете вы красиво и правдиво, естественно, о достоинствах квартала Сколковский. Ну и вот теперь, конечно, мы так с замиранием сердца, конечно, ждем от вас информации по расценкам. От и до. Смотрите, получается, по стоимости можно найти квартиру от 2400 до... 7,5 даже до 10. В зависимости от квартиры, от отделки или без отделки. Uh-huh. В зависимости от срока сдачи, от видовых характеристик, от как есть такая квартира, как двухуровневый сегмент квартир. Именно тоже это много. Многие любят очень, да, прям популярно. Какие-то завышенные с панорамными окнами. Поэтому ценник вот от 2400 до 10. Ну, мы дальше, можем подобрать разные варианты квартир, на самом деле, если для человека принципиально, да, например, для молодого студента, да, родители приобретают квартиру, но хотят, чтобы это была небольшая, но с хорошим видом, никаких проблем нет. Подберем ему самую лучшую студию, там они у нас начинаются от 25 метров. С 3D-светом, да? С 3D-светом, вот да, у нас шикарные панорамные лоджии идут в каждой квартире. Ну и, соответственно, можно приобрести за 2,5 миллиона уже готовую хорошую квартиру. С ремонтом. Нет, квартира указана без ремонта. Mm-hmm. У нас квартиры с отделкой и с готовым ремонтом представлены от однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Вот, соответственно, студии у нас идут без отделки, но также можно рассмотреть варианты дизайнерские, какую отделку можно сделать. У нас множество партнеров, которых мы тоже предоставляем для удобства и нашим клиентам. И рекомендуем, конечно. Mm-hmm. И буквально несколько звонков уже обо всем, уже дизайн-проект будет готов. Уже хоть завтрашнего дня мы готовы начать приступить сделать ремонт нашему клиенту. А что касается кредитов, ипотеки, я думаю, что это все, естественно, у вас тоже, да? Конечно, имеется? Конечно. У нас непосредственно с нами работают все самые топовые банки. Вот, можно получить ипотеку под самым минимальный процент. Вот. Также у нас действует субсидированная ставка на готовое жилье, можно рассмотреть. Ну и, соответственно, у нас на объекте сидит наш ипотечный менеджер. Всегда можно приехать, получить полную консультацию, подать документы, получить одобрение и выбрать свою квартиру мечты. А как часто все-таки люди интересуются квартирами с отделкой? Вы знаете, может быть, если лет
5-6 назад все клиенты хотели именно квартиры без отделки, мы сделали все сами. Не доверяли, скажем так. То когда мы представили наши шоурумы, готовые квартиры, они могут зайти, потрогать стены, ощутить себя, посидеть, то есть посмотреть по видовым. Потрогать, поцарапать. Но все-таки люди у нас воспитанные, культурные, поэтому только потрогать, включить, выключить свет, посмотреть ванну, санузлы, то есть комнаты. Выйти на балкон, вот, то сейчас пользуются колоссальным спросом. Скажем так, даже есть уже люди, которые принципиально приезжают посмотреть только квартиры с отделкой. Ну, это же очень экономит время, на самом деле. Это экономит время. Нервы. Да. И если мы приобретаем, как я говорил ранее, уже квартиру с отделкой и плюс покупку у нас в ипотеку, то есть после сдачи дома вам не нужно искать дополнительные средства, чтобы сделать ремонт. Она у вас уже включена. Покупаете мебель и заезжаете за селение. Красота, да и только. Теперь информация для тех, кто все захотел точно для себя, но хотя бы как минимум отправиться и посмотреть, и убедиться в том, действительно же так все прекрасно, как описывали вы сегодня. То есть о транспортной доступности, как можно добраться до АП-квартала Сколковский? Ну, наш комплекс защищен со всех сторон транспортом. Наш выезд на платный участок дороги есть. Кто знает, кто в Одинцово живет, знает этот участок М1 от МКАДа. Также Кутузовский проспект, Влитной. Тоже, кто на Западе живет, знает, что сейчас его сделали, реконструировали развязку. Она теперь бессветофорная, до Кремля, без светофора, да, Кутузовский проспект. Угу. Также по белорусской железной дороге действующая, которая пересекается со многими станциями метрополитена, метро Кунцевская, метро Филиев, метро Беговая, Белорусский вокзал. При желании даже можно подобрать электричку, которая будет вести тебя чуть ли не до Лобни. Но это касаемо электрички. Также маршрутка 139-я. От метро Славянский бульвар, курсирует она чуть ли не каждые 2 минуты интервал между маршрутками. Автобус городской, Мосгортрансовский ходит. А остановка получается прямо об квартал Сколковский? Остановка у нас получается улица Чистяковая, либо станция Трехгорка. Угу. И там буквально 6-7 минут пешком, то уже у нас в офисе продаж. В любом случае, хорошо, логистика транспорта еще в будущем наверняка будет меняться, потому что все-таки одна маршрутка 139, она немножко не так курсирует. Не вдоль нашего комплекса, но логистика будет меняться однозначно. Есть проекты определенные, поэтому будут новые маршруты запущены до метро Славянский бульвар. График работы в шоурум, когда можно отправляться, когда лучше всего и выгоднее всего отправиться к вам? Наш офис продаж работает каждый день с 9 утра до 9 вечера. Выходных нет. И выходные в том числе мы показываем, мы ждем всегда. Вот, и только в эти выходные мы также готовы предложить специальные условия, кто приедет к нам на просмотр именно квартир с шоурумом, без квартиры, в принципе, приедет посмотреть так на жилой комплекс, поэтому заходите на сайт компании ФСК Лидер, заходите на сайт объекта АП-квартал Сколковский, вот, записывайтесь на просмотры, наши лучшие специалисты вас будут рады встретить, все показать, рассказать, то есть весь спектр услуг будет оказан. Друзья, ну, надо собираться. Я думаю, даже сомнений здесь никаких нет. Я хочу напомнить вам о том, что есть уникальная возможность получить скидку. Страна FM, вот это самое кодовое слово, вы произносите, когда звоните по телефону 125-4878, код 495, 128-4878, код 495. Акция проводится с 14 ноября по 15 декабря 2017 года. Застройщик ФСК «Лидер», проектная декларация на сколковский.ру. Руслан, Андрей, я вас искренне благодарю. Спасибо. Я желаю процветания компании ФСК «Лидер», конечно, АП-кварталу Сколковский, но тоже многое-многое лето. Я убеждена, что с сегодняшнего дня количество людей, которые захотят проживать в этом квартале, увеличится в разы, и самое главное, что они это и сделают, не только захотят. Вот честно по себе скажу, что я бы с удовольствием оказалась. Александра, ждем вас. Спасибо. Благодарю. Друзья, всем спасибо огромное. Программа «Лучшая в стране». Обязательно увидимся, услышимся. Оставайтесь и далее в компании с телерадиоканалом «Страна FM».